Итак, для тролли показываю, где лежит рулетка. Видите, 5. Вот она идет. И вы здесь вот заканчиваете сад. Значит, 5 метров пробую кидать вот таким хватом. Без оборотки сверху, с добавлением немножко волны. Палец сверху не лежит. Это специально для трули. Сейчас мы выставим 3 метра. Чтобы не было никаких недоразумений. Это 5. Специально для троллей. 6. Это 7. 7 метров. Ага. Размахнуться не съели, я тут буду только волну подключать. Давай пробуем. Пробуем. Нет, мне не угнаться тогда. Ну ладно, это сам. Просто это. Давай еще сейчас. Ага. Я на стенд. Ага. Ну, сначала меня, а потом, когда ножички воткнутся, стенд. Ну давай. Да. Раз. А? Давай. 2. 3. 4.
5. 7. Вот он, сильно свободен, потому что мне не размахнуться рукой из-за того, что не так далее. Ну еще раз попробуй. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Ну еще раз. Да бога ради. Семь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вот, и теперь отсюда. Давай так. Так. Мешает размах. Стеночка, это есть такой момент. Да. Так, а мне вот так. Ну, да нет. Ну ты в крайний, если, то зацеплюсь. Меня да, все со стендом вместе. Раз. Два. Три. Четыре. Ну еще раз. Давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, будешь еще мыть? Семь, нет? Семь, семь. Семь. Ну давайте померим. Вот пять. Вот. Давайте проверим втыкаемость, насколько сильно не уходит. Вот это получше, да.
Какой-то вопрос нет? Нет? Нет. Давайте еще повтыкаем. Дальше.